сказали, пацаны, девчонки, налетали. Половину взяли, половину нет. Я плохо жил, пацаны. Очень плохо жил. Вы живете лучше. Я вам скажу, что у вас лучше. У вас лучше. Это плазма, интернет, камеры. Это классно. Это супер. Это у нас такого не было. Мобильные телефоны. Супер. Но у нас тоже было хорошо. Тоже было хорошо. Я ездил, знаете, где был? Сейчас вам скажу. Я по Молдове не считаю, что я был в Бендерах раз 15-20. В Тирасполе 2-3, там Бельцы. Это в основном в Бендерах, потому что там речка течет, потому что там хороший зал, и потому что там гостиница, мы там кушали в ресторане. Львов, Киев, Минск, Майкоп, Петербург, Вильнюс, Таллин, Рига, что там еще? Новая, ну нет, не Новая Каховка, это Минск, Львов, Майкоп. Вы сказали на Красную площадь. А, на Красной площади мы были, но мы проездом. Я когда там учился просто, я там учился год. Почему-то бесплатно, блин, знаете, бесплатно, в Москве общага бесплатно, ну все бесплатно, только единственное школьное столовое, извините, там да, там получается так, и утром я и мясо там уже не жрал, потому что стыкуха, я плохо учился, 40 рублей, и оно как бы там из дома 20 рублей присылало, и я по 2 рубля в день. И кушал, газеты покупал, и мы жили. Бесплатное жилье, все, никаких проблем. Просто, когда вы о чем-то хотите говорить, вот Макс любит, Максим, не этот, а Талон. Да. Он любит говорить, что там плохо было, то плохо. Вот, например, я не был в Италии, я не знаю, как там, я не буду говорить. А то, что показывают, показывают все, что хотите. И хорошо, и плохо. Вот я был в Америке. Но опять только кусочек, часть, я все не видел. Мне тоже, например, понравилось. Там порядок. А где? В Америке под Бостоном есть. Ну вот там. Там поняли, где-то. Да. Там так. Если ты полиции что-то не то, тебя могут застрелить. Да, если не слушаешься команды. Сейчас уже нет. Сейчас уже хорошо быть нигером. А кстати, да, вы знаете, нельзя называть черным. Нет, нельзя не делать. А русские, знаете, как их называют? Сейчас вам скажу. Рубероид. А знаете, что рубероид? Вот те, кто сел уже, это вот крышу делают, а перед тем, значит, сделали дерево, потом ставят такой материал на смоле черный, рулоны такие. Раз, а потом сверху еще и бит. Толь, да. Вот их называют. А по-русски есть еще одно название. Рубероид. Их называют рубероид. И вот не понимают, и все. И все дела. Я вам скажу, мне понравилось в Америке. Дом, хороший участок. Дочка, извините, работает. То есть в Америке, вот спортсмены думают, поеду в Америку, буду там тренироваться и плохо учиться. Фиги. Если сейчас плохо учиться, вот там, где дочка. Там, если оценка у тебя семерка, все, тебя уже не возят по соревнованиям. У тебя должна быть оценка хорошая. Да, знаю. Нет, тебя приводят в колледж. Все, можешь уходить в колледж, и там меньше платят, и все. Да, там где-то есть порядок. Я не могу сказать, что там плохо. Почему? Потому что я был вот только в одном месте, вот дом, и вот здесь моя дочка, и вот здесь я как бы жил. И мы выезжали. Но когда мы выезжали, да, там все друг другу вот как бы улыбаются. На бассейн. То есть мне понравилось. Но надо иметь деньги. Ну вот, я вышел, чтобы пройти пешком до магазина, это полтора часа надо. Только с машины. Машина у него, у нее, да, вот я то, что не вожу, это плохо. Она как таксист работает, то сюда возит, то сюда, то сюда. Воздух хорошо, люди, нормальные люди. Дружелюбные. Как хорошо, что я не знаю ни английский язык, ни румынский язык. Почему? А вот когда вот тут ругается по-румынски, да, ругается это, да, я не понимаю, ну как, я не понимаю.
Если бы я понимал, мне пришлось бы как-то это реагировать. В Англии, например, они будут ругаться, я тоже не пойму. А у него муж как любит разговаривать. Ой, какой он, как он любит говорить. Ну, вот такой мужик, так и делает. То, что он, вот, Макдональдс. Он как директор этих пяти заведений, то есть он народ набирает, это, все. Американец, вот такой мужик. Менеджер. Да, он типа как начальник над этими, он как бухгалтер, все, там это, утром уехал. Ну там вся жизнь в поездках. Вот в чем отличается у нас? У нас вышел в магазин, оп, купил, зашел, оп, больница, оп, пролечился. А там другой. Раз и поехал. 40 минут туда, 50 туда. Блин, ездишь и ездишь. А как посрать? Вот ты поехал срать захотел. Ты не выйдешь и посрешь. Нельзя. Накажут. Так я за 2-3 часа уже не кушал. 3-4 раза в туалет сходишь, чтобы что-то посрать. Нет, нельзя. Есть специальные места. Но есть, они далеко друг от друга. Кто? Специальные места. Но это надо на заправочную станцию или где магазин. Или заправка. Или заправка, или магазин. Вот там да. А тут нет, если... Это как бы пригород, но пригород такой. Идет дорога, нету тротуара. Дом. Все сели и поехали. По 3-4 машины. Моя дочка жила не в доме сначала, а там несколько. Дом из многих квартир не сдавались. Не знаю, как это называют. Там такая огороженная территория. Здесь, 3 этажа, 5 этих самых, так, красиво, все. А мы с внучками. Как, что сидеть дома? Мы раз вышли, а тут вот такая площадка, вот как там. Вот такая площадка, дерево растут, как бы вокруг машины можно. И что делаем? И с детьми играю. Нету детей, нету взрослых. Блин, я говорю, как так? Есть. Мы уже потом стали вытаскивать такой стол, стулья. И как обед кончился, мы собирали. После обеда опять, а там денек, все хорошо. Смотрим, стали люди появляться. Но они подходят к нам, тоже с детьми, а идут куда-то в посадочку, чтобы никто не видел, чтобы не это. Ну что, ничего, нельзя выйти посидеть? Рядом лес, супер, но не войдешь, там тропинок нету. Почему у них леса горят? Они не убираются лес, вот как у нас. Вышел сюда, на Чкан, вот здесь. Тропинка сюда. Здесь. Там, вот как и падает, там нету тропинок. Там вот столько этого хвороста, вот это с деревьев, все это лежит. Там невозможно пройти, ничего сделать. Но есть специальные места, где ты заходишь. И тут тебе сделана и дорожка, и ты можешь здесь пройти, да, и это, и мороженое тебе, и это, но только в одном месте. Там вот, где мы были парад, бесплатно. А здесь нельзя. И мы сидим, обед. Я думаю, что за носить 20 раз одно и то же. Мы раз пошли, мне дочка звонит. Папа, блин, ну и раз вы уходите, заберите стол и стулья. Я говорю, что такое? Пожаловались. То есть у них не принято так. Я говорю, все, я побежал, собрал столы, ох, убрал. Потом обратно, когда выходил. Рядом был небольшой бассейн, тренажерный зал. И вот такая комната. Маленький тренажерный зал, комната, душ, все можно. И можно здесь сделать как бы эти практики. Стол, круглый, со стульями. У тебя день рождения, ты можешь здесь сделать. Как бы этот, есть что там, кухня есть, все. Классно, нормально. Вот я ходил туда, вечером смотрел теннис. Был Австралиан, не Австралиан, а на... Американские большие соревнования, вот по большому теннису. Мэдисон Скверн Гарден, кажется, что-то такое. Да, вот. Большие. И я смотрел с одним там американцем. Ну, он мне что-то говорил, я говорю, да, yes. А так что не понимаю? Yes, of course. Да. Но я уже там наехал. Там пошли тренироваться, что-то балуются, я говорю, эй, я не понял. Они, да тебе что-то по-английски. Чё ты бормочешь? Ты что балуешься, блин? А я говорю, иди сюда. Поставил ему штангу, жив лёжа. Я говорю, давай. А он лет 20 ему.
мешок, уйди в сторону, раз, больше поставил, давай, давай, и я вот, мешок, иди отсюда, что-то, там не принято так, а вот бассейн, пожалуйста, купайся, все, в любое время, но не забавалось. А пришел первый муж, они там попрыгали, по бассейн шумели, а здесь сидели пенсионеры. Все запретили нам купаться. И только с дочкой. То есть порядок, и все, и полные, сколько, полтора месяца был, мы где-то полмесяца купались, а целый месяц уже не могли, только вечером с дочкой. Нарушили правила, все, нельзя. А если мы бы пошли, могли дочку, как бы, квартиру эту, квартира там трехкомнатная получается, рассчитать, до свидания, и выполняешь. Это и хорошо, и плохо. У нас, да, здесь можно и... Где Макс? Музыка! Мама Мия, я тебя! Мам, перемаз, блин! Я Макс, сигареты. Я в шоке, блин. Нет. Я понимаю, молодежь это все, но каждый день это и так. Я тоже. Вот если бы не дзюдо. Так, встали. Встали. Макс, ходи курточку, пожалуйста. Это Денис. Да. Это шел в сторону. Разрешите уже идти домой, у меня родители. Давай, тебе разрешаю. Все остальные. 50 бросков через спину с колен. Еще раз. Захват правой рукой. И свободно. Отсюда захват берем, и отсюда. Раз мы партнеры, что ли? Отжимаем? Пожалуйста. И все считают. Не надо мне менять. Стоп. Бросил. Туп. Туп. Ты все равно вправо стоишь. Тебе... Нет? Еще раз, держи руку. В ту сторону. Правую руку держать. Да. По 10 бросков. Через... Макс, что ты сидишь? Сырбов! Кукур! Сырбов! Берешь Макса, Сырбов! А потом ушел! Как ушел? Вот один пришел, другой ушел. Это лучше ты. Резкий манок. Есть. О, он нас убирает! Зыча, царь! Ну! Сейчас иди. Ноги шире. Андрей, он тоже шире спускается. Вот так, да. Пошли. Нет, Макс, давайте быстрее. Вот так, пошли, я не вижу. Еще раз, опять пояс завязываю, бить буду. Пошли. Можете через три раза, через пять, через десять меня. Ну, Жень, туда. Да, я все вижу. А, Дрюша, подойдите чуть-чуть. Давай, ты такой же мертвый. Нет. Ну, как я Смотри, пошли. 10. Пошли. 11. Хорошо. Лилю, ай. Эй, пацанцы, я туда. А вы встаньте рядышком туда. Пошли. Как ты падаешь? А ты столько сделал? Как? Давай. Плохо падаешь, да. Падаешь на пятку. Нет. Еще раз я тебе говорю. Не той рукой берешь, в другую сторону. Делай чком это да. Берешь правой рукой и 200 раз сюда и считаешь стул. Я пошел. В другую сторону. Да, пошел. Полностью. Нет, полностью.
Слопай, подумай. Давай. Эй. Не, выходи, выходи, не пиши, вам второй рукой выходи. Да. Естественно, он не может никуда упасть, он начинает лететь, боится.